19 июля 2023 года. Решил записать, как я бросил курить. Только что разговаривал с человеком. Сейчас от снаряда иду, думаю. В общем, я один в подразделении не курящий. Один. Вообще. Ну, представляете, насколько это проблема серьезная. То есть я один единственный человек, который не курит в моем подразделении. Все остальные... Ну, правда, я еще один единственный, кто пьет чай, все остальные кофе, не знаю, связано ли это. И один единственный, кто пишет афоризмы. Ну ладно, так мы далеко зайдем, вплоть до того, кто умеет свистеть пупком. В общем, в любом случае, кто-то, конечно, бросает курить легко, вопросов нет. То есть мой отец, он курил дольше меня, я в 23 года начал курить, но он перестал курить и все. Я смолил по две пачки, и при попытках бросить курить, там, это рвота, блевота, из носа кров, блин, из ушей, там, сера, блин. Метеоризм совместно с деревьями, запорами, в общем, все прелести жизни. Ужасно тяжело бросать курить. Все там пробовал, пластыри, не пластыри, там всякие, блин, жвачки, никотиновые, вся эта лабуда ни хрена мне не помогала. Проходит час-два, не день, не два, час-два, там несколько, и все, и меня уже начинает ломать так, что, ну, зависимость была страшнючая. Не знаю, что там в метаболизме там строилось. То есть, коротко, блин. Помог мне, в общем-то, отец мой, как ни удивительно. Он где-то вычитал, что... ну, то есть, как это у меня происходит? То есть, ты два часа терпишь, полдня терпишь, потом ты просто... У тебя такой резкий приступ, ты убить готов за эту сигарету. Ты там, я не знаю, мне там во сне снилось, что я там за акулой гоняюсь, которая курит, там, как каракатица, от нее дым идет, а я ее там преследую. Ну, ты просто, блин, надо с ума сойти, насколько все было погано. И вот ты просто понимаешь, что нет, я этого не выдержу, и ты начинаешь курить. Я этого не выдержу, начинаешь курить. В общем, что мне помогло? Отец где-то высчитал, что вот эти приступы, которые вот именно такие, что сносят тебе крышу, они максимум 2 минуты продолжаются. То есть важно найти себе на 2 минуты занятия. Любое. Там все прощается. Я вот, например, у меня жена страшно не любит, когда я бухаю. И даже на момент, когда я бросал курить, договорились, я когда пью, мне почему-то легче, ну, курить меньше хочется. Поэтому я позволял себе и закладывать за воротник там. И там, чтобы просто время убить, там я и жевал. Я и бегал по ступенькам по своей девятиэтажке вверх-вниз, там мусор выносил, пугал соседей, туда-сюда катался. В общем, все, что хотите, все, что можете. Вот этот приступ пришел, воды там по глоточкам пить, там еще что-нибудь, приседать, отжиматься, что угодно. Конфет ел немерено, я рыбу не ем, я анчоусов жрал, как не в себя, блин. То есть все, лишь бы что, неважно, будет тебе плохо, будет тебе это самое. Главное, вот это пережить вот эти 2 минуты. Конечно, лучше это делать, если там это отпуск какой-то или что-то. Но я, кстати, не помню, по-моему, я бросал, я бросил, я работал. Я бросил на 23 августа, день Харькова был, я ушел с работы, пошел на празднование города. То есть я потом же работал, и 24-го работал, хотя праздник, 24-й день независимости. То есть важно вот это, я вот 4 года, я был уверен, что я в армии закурю, когда там мобилизовали меня. Я и здесь не закурил, даже, ну, все курят, я не курю. То есть если вот это вот удержаться, в общем... Надо понимать, что это не навсегда. 2 недели надо так перетерпеть, и потом уже будет легче, намного легче. Через 2 месяца уже как бы, ну, ты уже на людей не кидаешься с попыткой, блин, вырвать у них сигарету изо рта. Иди послушай, я расскажу. О, это курящие. Говорю, что скажи, что у меня все в подразделении курят. Кэп не курит. Кэп не в подразделении, что ты мне расскажешь. Толика выгнал, он тоже не курил. Ну, Толик не в нашем подразделении. В общем, один я не курящий остался. Последний из магикан. Ничего, заставлю. Ну, так, конечно. Да, так что я хотел сказать. Да, вот это перетерпеть, переждать. Самый этот приступ, через 2 недели будет гораздо легче. Уже не надо будет заливаться водярой, там, как в моем случае. Или что там вы себе найдете, как метод замещения никотина в этой зависимости. Леденцов там, все, ну все. То есть выбирайте все, что угодно. Оно того стоит. Потому что я курил по 2 пачки. Я просто даже не знаю, в какие-то деньги сейчас
выходит, блин. Это просто, я не представляю. Там, я когда бросал, они стоили 35 гривен пачка. А сейчас, по-моему, Давыдов этот 70-80 гривен пачка. А я по 2 их курил. Ну, то есть это чисто на рак легких работать, блин. В общем, может получиться. Вот я говорю, как человек, который просто... Я ничего не принимал, ничего там не обкалывал себя никакими там наркотой там или еще что-нибудь такое. Водка это максимум, что мне, ну, я там себе позволял, потому что и то, потому что я знал, что мне, от когда я выпиваю, мне меньше хочется курить. 2 недели перетерпели, дальше будет легче. Это можно сделать. Чисто на силе воли, на желание бросить. Просто надо понимать, что оно того стоит, реально стоит.